2015 показал хорошие результаты по развитию туристической отрасли. Республика активно продвигает турпродукт внутри рынка и с размахом завоевывает иностранных клиентов. Мы являемся одним из самых быстро растущих регионов России по количеству турприбытий. Подводя итоги 2015 года, хочу сказать, что вы почти достигли цифру 1 миллиона турприбытий. Это говорит о том, что мы двигались в том графике, в рамках того индикатора, который в программе социально-экономического развития мы для себя заложили. В прошлом году в Бурятии было построено более 30 новых гостиничных комплексов, создано около 500 новых рабочих мест. Такие темпы, по словам зампреда правительства, власти не намерены снижать и сейчас. Уже есть соглашение с инвесторами. Кроме того, в Бурятии отлажена система по доставке туристов в места отдыха с максимальным удобством. Мы предлагаем наши услуги абсолютно всем категориям граждан, и для удобства у нас разработан и уже запущен наш собственный сайт по онлайн-продаже авиабилетов, где вы можете приобрести самые дешевые авиабилеты на авиакомпанию «Уральские авиалинии» без сборов. Внутри региона отдых предлагают разный – турбазы, лагеря, активный и дикий туризм. Правда, остается вопрос в высоких ценах. Но Александр Чепик отметил, что работа по их снижению ведется. Поддержка идет на уровне России. Разработана программа по субсидированию затрат на билеты. В планах ввести подобные субсидии и для иностранцев. Руслан Батуев, Евгений Павлов, Сергей Петров. Новости дня.